Всем привет, с вами Лера. Давайте узнаем самые интересные новости. Поедание наггетсов вредит вашему здоровью. Психологи из Мичиганского университета выяснили, что зависимость можно заработать не только от табачных изделий, но и от всеми любимых снеков. Чипсы, наггетсы, картофель фри и даже мороженое. Отношение человека к этой еде оказывается такое же, как и к сигаретам. А также она вызывает компульсивное переедание, что может вообще заставить людей потреблять эту пищу неосознанно. Видимо, скоро нам придется видеть на экранах предупреждение. Осторожно, в данном видео присутствуют сцены употребления мороженого. Нижнее белье на показ. Сфера моды снова нас удивляет. Бренд Fjord выпустил кольцо в форме трусов. Теперь, чтобы похвастаться своим нижним бельем, не обязательно раздеваться, а нужно лишь надеть трусы на палец и гордо идти по улице. Главное, чтобы руку было видно. Купить трусы, то есть кольцо, можно за 10 тысяч рублей. Крысы, фанаты Моцарта. Японские деятели науки не отстают, и на этот раз они провели эксперимент с крысами. Ученые включили маленьким грызунам музыку Моцарта и заметили, что они начали пританцовывать и качать головой в такт произведению. Теперь тот самый нашумевший мем с танцующей крысой не просто шутка, а самая настоящая реальность. Так и хочется сказать, как же они чувствуют. Борьба с невидимым снегом. Вот вы, наверное, спросите, а почему у вас одни иностранные новости? То Япония, то Америка. А вот и новости из нашего города Санкт-Петербурга. Там, например, прошли учения по уборке снега, но, увы, погода не порадовала осадками. Уборщикам пришлось крести лопатой асфальт и делать вид, что они скидывают снег с крыш. А может, эти снегоуборщики попали в межвременной портал и на самом деле пытаются спасти нас от ледникового периода, а мы просто этого не видим? Ну, или они так ответственно относятся к наступающему снежному сезону. Зима-то близко. Кабачок в подарок? А вот в Иркутске праздник. Свой день рождения в зоогалерее отмечает черная пантера Шанель. Ей исполнился 1 год. И наша съемочная группа также поздравляет ее. Но самое главное совсем не это, а подарок работников зоопарка. Они решили, что лучшее, что можно подарить пантере, это... кабачок. Неужели тенденция веганства настигла не только собачку из ТикТока, но и хищных зверей? Самое главное, не проверять это, впустив человека в барьер, а то его может настигнуть такая же участь, как и то мясо из видео. Вот и все. Надеюсь, новости вам понравились. С вами была Лера. До новых встреч!